соответствии с указом президента России Владимира Путина, в 2012 году Министерством образования и науки Российской Федерации был запущен проект 5-100, направленный на повышение конкурентной способности российских вузов и попадание не менее 5 университетов в сотню лучших по версии 3 авторитетных международных рейтингов Times Higher Education, Quaquerly Simmons и Academic Ranking of World Universities. Казанский университет сотрудничает с Times Higher Education. Мы стараемся регулярно, ежегодно, в рамках того соглашения, которое у нас есть с компанией Times Higher Education, который является одним из разработчиков ключевого рейтинга, в котором позиционируется наш вуз, ежегодно проводить мероприятия, на котором бы мы в первую очередь бы продвигали для международной научной и академической общественности основные наши проекты, основные наши достижения и важнейшие результаты нашей деятельности. Первым таким мероприятием, организованным совместно с Times Higher Education, в 2018 году стал первый в истории саммит передовых научных исследований Times Higher Education в Евразийском регионе, прошедшем на площадке Казанского университета. По итогам саммита был анонсирован рейтинг ведущих стран Евразийского региона, и Казанский университет занял в нем 10-е место. А в 2019 году состоялся The Digital Transformation Forum, участие в котором приняли исследователи и высшее руководство из образовательного сектора со всего мира. Отметим, что форум прошел 215-летний юбилей университета. А в этом году, 21 октября, The Digital Transformation Forum пройдет в Казанском университете уже во второй раз, также в партнерстве с Times Higher Education. Он пройдет впервые на цифровой платформе компании Times Higher Education. Виртуальный формат этого мероприятия, он вынужденный, ну, в силу известных обстоятельств, вот, в первую очередь то, что пандемия. Это, с одной стороны, большой плюс. Если раньше иностранцев у нас участвовало порядка 200-250 человек, то сейчас вот по тем предварительным данным, которые дает Times Higher Education, уже 1500 записавшихся на это мероприятие. На форуме участники из разных стран обсудят вопросы цифровизации образования и науки в условиях пандемии. Основные секции форума будут посвящены ключевым направлениям деятельности Казанского университета – медицина, нефть и газ, инфокоммуникационные технологии и педагогика. Мы очень рассчитываем, что помимо вот такого общего эффекта, это позволит еще не только по общему направлению повысить узнаваемость нашего университета в академической среде, но также и по специальным направлениям, где мы фокусируем наши основные ресурсы. Важно, что Казанский университет стабильно поднимается в авторитетных международных рейтингах университетов не только в Times Higher Education, но и в таких, как Quaquerly Simmons и Academic Rankings of World Universities. Диана Желенкова, Универньюз.